Всем привет, это Карманов. Здесь говорят правду о музыке и не только. Здесь сегодня у нас продолжение исследования разнообразных звуков для синтезатора Контакт. И я вот нашел, видите, тут мало еще нарисовано, но ничего так, какие-то звуки, смотрите, струнные, это скрипки. Это, например, какой-то флажолет. Можно прямо играть целые полотна. Поехали дальше. Что-нибудь еще? Цикадка. Так, а что еще? Трели везде есть. Середина. Жуткий он, конечно. Альт, что ли, да? Уже было. Ну вот это самый, кстати, интересный звук. Это можно употребить.
И сейчас как роялем заиграем. За барабаны. И зачем нам действительно оркестры? Рассвет на Москва-реке просто. Thank you.
Да я Игорь крутой просто. Нет, я не Игорь крутой. Аккорды у меня одинаковые. Thank you.